Друзья, приветствую всех. Это авторский канал Адам Кавендиш. Небольшое, короткое видео. Надеюсь, если на моем авторском канале есть подписчики, которые, так же как и я, любят, обожают, души не чают в программном приложении под названием Blender, то хочу дать небольшой совет. Приходите с работы, может быть, уставшие, попили чаек, перекусили. Чувствуете, что вас тянет за ваш любимый компьютер? Конечно же, идите. Делайте импровизации, создавайте различного рода экспромты. Не бойтесь. Как в свое время сказал один из моих друзей, нажимай на клавиатуру компьютера уверенно, он не взорвется и точно не загорится. И это факт. Поэтому импровизация – это, я думаю, возможность вашего роста. И самое главное – это постоянное видоизменение и улучшение вашей формы. Так что продолжайте.